хватит рыдать! Быстрее, поднимайтесь! Быстрее! Неси! А ведь он к аквалангу своему драпал. Зачем? Все равно обнадеть его не успел. Не думал, что мы его будем преследовать по минному полю. Все одно. Костюмчик-то водолазный. Тю-тю. Сюрприз, гнида. Он и без костюма бы нырнул. У них у диверсантов отличная подготовка. До 5 минут могут задерживать дыхание под водой. Нырнул бы под берегом, а вынырнул черти где. Чисто. Есть. Что это? И мне интересно. Пока мы не узнаем, что это, смерть агента придется скрыть. Это еще зачем? Девчонок-саперов отправить подальше от города. Поблагодарить за помощь в поимке особо опасного бандита, который в костюме командира Красной Армии втирался в доверие и грабил людей? Правильно, Леночка. Какая она вам Леночка? Дальше, капитан третьего ранга. Но берег пустынный. Диверсант мог спокойно скрыться в скалах. Нужно перекрыть все выходы из города до особого распоряжения. Согласна? Согласна. И облаву устраивать для правдоподобия. Правильно. Вы что, решили подмену сыграть? Это же надо труп закопать, чтобы запах никто не нашел. Вот именно. Этим займется матрос. Я... Есть, товарищ капитан второго ранга. Сейчас бегаю в машину за лопатой. Ты смотри, Поликарпов, чтобы ни следочка, ни пятнышка. Вы хоть понимаете, чтобы эту вашу штуку прочесать, приказ самого верха нужен. Ага. Займись пока девчонками. За Леночку извини. Ничего. Просто я думал, что должен сказать. Не должен. Не нужно ничего говорить, товарищ капитан второго ранга. Как мама? Здорово. Натерпелась, конечно, в блокаду, но здорово. Привет передавай. Передам. А мои погибли. Да, я знаю. Драгоконца, наверное. Ты знаешь румынский? Да. Приходится часто с румынами работать. Даже чаще, чем с немцами. Твой К.А. Адриан Катрян.
Знакомый? Да, пересекались. Это письмо полковника Абвера, графа Адриана Катряну. На конверте его фамильный вензель. Письмо адресовано резиденту из Новороссийска под кодовым именем Кунц. Судя по тону письма, граф с Кунцем знаком очень близко. Так. Письмо – это рекомендация для несущего его агента. Агент, диверсант-подводник, позывной Рита, прибыл в распоряжение Кунца. Так, и что же агент, несший письмо, где он? К сожалению, живым его взять не удалось. Разрешите, товарищ командующий. О том, что направляющийся к резиденту агент мертв, знают немногие. Приняты меры для того, чтобы его и дальше считали выжившим. Мы пустим по городу слух о провальных действиях нашей контрразведки, которая якобы проморгала врага. И у нас будет возможность отправить нашего сотрудника на встречу с резидентом Абвера. Хорошо. Куда отправится ваш сотрудник? Где встреча с резидентом? Это ключ от квартиры, в которой ночевал агент. Обратите внимание, это ключ ригельный, в форме трехлистника, от старого английского замка. Такие выпускались только до революции. В больших городах таких замков немного, а в новороссийских совсем наперечет. Поэтому, поддерживая версию о сбежавшем агенте, мы сегодня же начинаем проверку неблагополучных квартир. А проинструктированные сотрудники начнут искать нужный нам замок и нужную дверь. Весь город планируете обыскать? Думаю, достаточно будет осмотреть дома в районах, прилегающих к старопассажирскому рынку. Если там не найдем, осмотрим весь город. А найдете квартиру? И что дальше? Устроим засаду. Судя по письму, агент не успел передать его резиденту. Вот только я не очень понимаю, зачем вся эта история была с рынком, но, скорее всего, для проверки. И проверку агент прошел. Президент будет искать его на явочной квартире? Так точно. Это единственное место, возможное для встречи. Сам придет? Сам придет или кого-то пришлет обязательно. Он ему очень нужен. В письме говорится о некой посылке, которую должен получить Кунц. Я думаю, что речь идет о минах. Для группы Кунца. Диверсант, скорее всего, добрался на специальной торпеде. Посылку скинул в море, так как при нем ничего не было. Выпустил фал, поплавок метра 4 до поверхности. Тралом уже не зацепишь. Уверен, что мину он оставил где-то метров за 100-150 до берега, там, где мелководье начинается. Потом отплыл назад и затопил торпеду на глубине. Вынырнул и поплыл к берегу. И ориентировался он на створный знак. На берег он вышел здесь. А если Кунц уже получил посылку? Это вряд ли. Тогда они встречали бы его на берегу. И зачем была бы нужна история с явочной квартирой и с рынком? Прикажите закрыть город, товарищ командующий. И как можно скорее. Ох, ребята, смотрите. Иван Федорович, готовьте приказ. Есть, Филипп Сергеевич. Вся шикалка как будто пропала. Да? Да, искал ее, искал. А ты нашла? Прости. Вот, получите приказ из штаба. Закрывай шлагбаум. А что случилось? Здравия желаю. Ну что, как дела? Ну, уже потихоньку. Хорошо. Получите приказ. Закрыть шлагбаум! Товарищ!
Здравия желаю. Здравствуйте. Документики. Держите. Возьмите. Свободно. Товарищи офицеры. А товарищ капитан второго ранга что же? А что ему тут? На дела своих рук любоваться? Ну ты уж это, Борис, не перегибай. Он же не хотел. Опа! Красиво. Сколько живу в Ленинграде, а тут никогда не была. Я рад, что смог тебя удивить. Что ты согласился встретиться со мной. Люблю, когда простор. Волны, бескрайнее море. Я поэтому в училище пошел. Хочу стать капитаном корабля. Я тоже буду в военную академию поступать. Хочу, как мой отец, родину защищать. И будешь. Если чего ты хочешь, оно обязательно случится. А Сережа говорит, это глупость. Не женское дело форму носить. Знаешь, Сергей, конечно, мой лучший друг, но тут я с ним категорически не согласен. Служба Родине – это призвание. Это не зависит от того, брюки ты носишь или юбку. Это должно от сердца идти. Вот я ему так и сказала. Ну, только другими словами. Спасибо. Спасибо, что ты меня понимаешь. Пришел, Сержих. Разгружаемся, бойцы! А, мы приехали. Лен, давай я все-таки съеду. Вам, товарищ капитан второго ранга, по званию положена отдельная квартира. Но... Никаких «но». Вернусь, когда вы отбудете на задание. Давайте я хотя бы провожу. Не нужно, я сама доберусь. Здравия желаю. Нашли, товарищ капитан второго ранга. Где квартира? Там, где вы с товарищем Сабуровым говорили. Наши уже там. Поехали. Машину. Дверь закрыта. Лесберг с той стороны дома.
Надо перенести облаву в другую часть города, подальше от рынка. Да, завтра после обеда город откроем. Пусть приходит. Стойте, женщины! Проход закрыт! А что там? Опять не пущают? Шпионов все ловят. А когда откроют? Да пёс его знает. Да что ж это? Да, пусти, бабы! Это может продолжаться, а бабы? Гляди! Да что это? К вечеру хана будет. Протухнет, говорю, вся! А мне потом чего, в петлю? Детишек моих ты кормить будешь, ты? Отойдите от шлагбаума! Чертяка! Сейчас, бабочка. Что нам, что? Вздыхать-то будет. Ну, миленький мой. Ну, расписной мой. Вы шпиона ищите, не шпионку. А я баба. Уж какая баба. Самая настоящая. Хочешь проверить? А? Хочешь? Хочешь сверху, хочешь под низом? А что, пожалуйста, гляди. Я и там, ладно. Гражданочка, прекратите! Не могу я вас пропустить. Права нету. Ах, права у тебя нету. Но у меня жизни нету. Не пущешь? Так я сама пройду. Не дала я таких. А ну пошли, бабоньки! Пошли, бабы! Пошли. Да, стой, стой! Не говорю! Не открывай, бабы, давай! Да что ж ты творишь? Стреляй! Что творишь? Стреляй! Что это? Ну, погоди, Мариш, я сейчас. Хорошо. Но ты только недолго, Коль. О, утречко доброе, Николай Борисович. Это что же они понаделали-то, а? У меня же рыба тухнет, а? Не было лаки крутят. Вражины еще, чтобы у них у всех повылазил. Да погоди ты! Стой здесь. Ага. Кабань! Кабань, бабушка! Кабань! Ну, смогли! Шут бы у вас. Здравия желаю, Петр Григорьевич. И вам не хворать, Николай Борисович. Видишь, тут у нас. Ага. Слыхал, ищете кого-то? Не ищем никого. СМЕРШ ищет, а мы не пускаем никого. Угу. И меня не пропустишь? Прости. С ними по мелочи, сам знаешь. А тут прямой приказ штаба флота. После обеда обещают открыть. Ну, спасибо и на том, Петр Григорьевич. Счастливо. Работают люди, бабоньки. Работают. А что, ждать, ждать, ждать. Все, Дарья, не пропустит никого до обеда. Что случилось-то? О, а ты не знаешь? А? Шпион-то ушел у них. Какой шпион? Чекистов повалил, краев не видно. Из берега сиганул. Ага, там, где румын мины посеял. И к скалам. Mm-hmm. А чекисты-то побоялись его по минам догонять. Как в обход пустились, так он и убег. Растворился. Это надолго. Mm-hmm. А чё рыба-то? Чего ты её не засолила? О, да сколько ж можно на рыбе-то на одной жить? Где пора, он воем воет. Господи, думала, порадую. Хлебца наменяю, крупы какой. Ну, хлебом мы с Маришкой не богаты, а вот пшена отсыпем тебе. И сахарку кулечек, детишков-то порадовать, а? Ой, господи, Николай Борисович. Вот. Спасибо. Поехали до избы подкинуть. Спасибо, Николай. Дай Богу здоровья вам. Да. Маринушка, доброе утро. Доброе, Дарья Ивановна. Шпион-то ушел. Да ты клювом-то поменьше, шпион у нее ушел. А мне чего? О, да щелкайся, Дарья, а? Вы, товарищ капитан второго ранга из Ленинграда родом? Да, с Егором мы однокурсники по военному училищу. А с товарищем капитаном третьего ранга Солей? В одну школу ходили. Ого! Давно знакомы, значит. Егор говорит, что я молодец, что решила поступать в Осавиахим. А ты что скажешь? Я не знаю, зачем тебе Осавиахим. Хочу метко стрелять.
Ну, не знаю. Ну, воевать все-таки должны мужчины, чтобы вас защищать. Потому что вы такие. Какие такие? Ну, просто очень все серьезно. Серьезно? Ты хочешь сказать, что я легкомысленная? Нет, я не считаю тебя легкомысленной. Просто... Леночка, ты сегодня очень красивая. Сергей, если ты со мной не согласен, нас ждет дуэль. Разрешите пригласить вас, сударыня? Ты позволишь? Конечно, разве я могу запретить? Ну и дурак же ты у меня, Сергей Александрович. Почему, мам? Упускаешь такую хорошую девушку. Товарищ капитан второго ранга, мы приехали. Здравия желаю. Здравия желаю, товарищ капитан второго ранга. Как спалось? Сообщение через 3 минуты. Мне надо быть? Да. Один схожу. Куда? Оперативная обстановка. Ваша обстановка никуда не денется. И ее маму. Товарищ капитан, лейтенант. Сегодня ночью сотрудник наш умер в госпитале. Его ранили на рынке, они дружили вместе с начала войны. Совещание у Нестеренко через 3 минуты. Враг будет разбит, победа будет за нами! Вот так-то, а? С этим и приступим. Значит, я проанализировал список лиц, имевших доступ к телефонам и коммутаторам в управлении. Большинство из них – это надежнейшие, не раз проверенные люди. Посему предлагаю сконцентрироваться на штабных телефонистах. Пожалуйста, товарищ Нериев. Основных подозреваемых 3. Артюшина Анна Митрофановна, 920 года рождения, уроженка Смоленской области, в штабе Черноморского флота, служит 2 года, замужем. Муж отслужил 2 года в пехоте, комиссован по ранению, инвалид 2-й группы. Детей нет, в настоящее время проживают в Новороссийске. Старшина Петр Евграфович Верхний, 1890 года рождения, коммунист, бывший работник цементного завода из местных, участник обороны Новороссийска. Имеет боевые награды, в штабе около года, женат, имеет 2 сыновей. Старший сын пропал без вести в начале войны. 2-й сын лейтенант морской пехоты, в настоящее время служит на Северном флоте. Ротань Ирина Григорьевна, 918 года рождения, уроженка города Житомир. В штабе служит 1,5 года, вдова капитана-лейтенанта Ротань Игоря Ивановича, погибшего при обороне Севастополя. Родни в живых нет. Растит сына Игоря, 8 лет. Когда я вырасту, буду как папа. У меня все. Всех 3 знаю хорошо. Нареканий особых нет. Единственная Ирина Ротань ребенка частенько на службу берет, но это простительно. Маленький он еще дома, одного не оставишь. Хороший парень. Моряком хочет быть. Что за осаду у агента? Пока ничего. Продолжаем работать. Раз, два, три, шире шаг.
Ну ты даешь, сынок. Неправда. Я не ваш сын. Мой папа герой, он погиб. Вот, у нас даже с ним руки одинаковые. О, ничего себе. Ну а хоть какое звание-то у вас можно узнать? Ты же пилот. Я не пилот, я моряк. Ох, моряк. Где ж твое море, моряк? Вот, а корабль вы забрали. Ну что сразу забрал-то? На, держи. Просто знаешь, корабль такая штука. Им нужно научиться управлять. А то корабль может превратиться в подводную лодку или еще хуже. Знаешь, такие дела, брат. Неправда. Я не ваш брат. У меня нет ни братьев, ни сестер. У меня есть только мама. Вот, у нас даже не глаза одинаковые. И еще у меня есть черепаха. Черепаха. Ну, понятно. Слушай, моряк, ну а ты проверил глубину своего моря, прежде чем веренное себе судно туда опускать? Нет. А как? Как? Покажу, пойдем. Знаешь, у меня ведь тоже черепаха была. Знаешь, как ее звали? Заремба. Заливайте, дяденька. Таких имен черепах не бывает. Ты что? Честная черноморская. Ну, давай, двигайся. Ну что? Подключаем ресивер. Давай. Пип. Смотри, это будет наш штурвал, а это наш компас. И он нам покажет, веселиться. Да, нам нужно плыть. Наш товарищ капитан второго ранга. Его обманул. Не веселится, а проводит оперативную работу. Это будет палуба. А здесь будет наша халупа. Да? Хорошо, куда мы плывем? Да. Давай успокоимся. Да. Отлично. Хватит на каждый его поступок давай, реагировать. Что сделали здесь? Подключение. А вы уже успокоились, товарищ капитан третьего ранга? Товарищ капитан третьего ранга, простите, товарищ капитан. Левее первого на галс, сразу на второй. От второго держаться между третьим и четвертым, как меня поняли, товарищ капитан лейтенант. Так понял вас, товарищ капитан второго ранга. Отлично, дальше швартовый полный вперед, гудок. Мимо буев. Игорь. Я тебе сколько раз говорил, не мешай взрослым. Простите его, товарищ капитан второго ранга. Да ну, за что? Отличный, любознательный мальчишка. Сергей Сабуров. Ирина. Лейтенант Ротань Ирина Григорьевна. Очень приятно. Мне на обед пора, товарищ капитан второго Мам, ранга. Мам, у него тоже черепаха есть. Правда? Хорошо. Сразу по зеленой поехал, там нам не проехать. Давай прямо на Чернышевскую и направо, там мы переходим. Да. Принято. Здрасте. Переключаю. Говорите.
Здрасте. Так хорошо спит. Не хочется будить. Вы далеко живете? Нет. Помогу вам. Спасибо. Держите. Ага. Да-да. Все, пока. До свидания. Что? Слушаю. Да. Переключаю. Долго он выскакивает. За это время до Одессы можно было уже дочесать. Ну-ка, сиди-ка здесь, я пойду посмотрю. Ты что, пьяный, что ли, дядь? Твою мать, а! Все. Игорь погиб, а мы с Огорящевым вдвоем остались. Боевой парнишка. Да. Что есть, то есть. Стопам отца хочется, морские офицеры. Вот думаю, в Нахимское училище его устроить. Хлопачу пока. Здорово, Нахимское училище – хороший выбор. Почему вы улыбаетесь? Просто вы первый, кто сходу не предложил помощь училищу. Действительно забавно. Простите, я быстро на рынок забегу, вы не против? Конечно, мы здесь подождем. Спасибо большое. Понятное дело. Нужно Сабурова вызывать. Они с Леной Солей. Ирину Ротань ведут. Вот теперь ленинградец утрется. Без него обошлось. А Поликарпов здесь? Да. Снаружи дежурится. Пускай идет на адрес Ротань. И Сабурова с Леной ведут сюда. Ага. Так, а ты иди сюда. Сюда иди. Сюда. Садись. Сидеть! Боря.
Ну, рассказывай, как так получилось? Да что получилось-то? Ты шутить с нами будешь? Где мины, где оружие? Отвечай! Мы твою халупу с землей сравняем, но тайник этот обязательно найдем. Ищите. Только пугать меня не надо, я немцам пуганая. Как ваши дела, Марин, толкается уже? О, буянит казак, одно слово. Ой, ну здоровья вам, здоровья, берегите себя. Спасибо большое. Ну, все хорошо. И вам. Ничего. Пора? Что, проснулся уже? Я недолго. Нет, ничего. Спасибо большое. А кто это с ней? Мало ли, женщинка видная. Вы хорошо, рядом с работой живете. Да, очень удобно. Здравствуй, Ирочка. Здравствуйте, Глеб Егорович. Это для Игоря. Ну, что вы, не стоило. Стоило. Родина должна помогать детям героев. Всего доброго. Сосед мой, хороший человек. Ну, спасибо, что проводили. Да ну что вы, не за что. Держи. Товарищ летчик. Пока. Счастливо. До завтра. До свидания. Идем. Ну что, товарищ капитан третьего ранга, какие выводы? Никаких, товарищ капитан второго ранга. Кроме того, что вы слишком любезны с подозреваемой. Благодарю. Ну и как вам, товарищ Ирина Ротань? Мне-то что? Главное, чтобы вам нравилось. Мне понравилось. Как вы профессионально меня сопровождали. Я даже почти вас не замечал. Что значит почти? Товарищ капитан второго ранга, предателя нашли. И рации у него, и шифровки. Это что, и кто же он? Верхний. Старшина который. У него в кармане шифровку нашли, а в доме передатчик. Убили, наверное, его. Жаль мужика. Так мы едем? Едем, только не на квартиру к верхнему. Машину, машину! Здравствуйте еще раз, Ирина Григорьевна. Смотри, что ты наделала, тварь. Лешка Антоненко. Помнишь его? Смотри! Помнишь его? Он твоему сыну кораблик выстругал. Витька Лесин! А? У него два таких же пацана, как твой. Ты смотри, смотри! Витька Тополев. У него мать троих сыновей похоронила. Теперь на четвертого похоронка придет, на последнего. Падло! А старика старшину закололи. Рацию ему подкинули, чтобы подозрение отвести.
рассказывай все, что знаешь, или я тебя лично прямо здесь застрелю. Я вам ничего не скажу. Тихо-тихо. Я все расскажу. Резидент, ее это хромой торгует с рынка, она у него рыбу покупает. Не смотрю на больше. Как служилось сегодня? Давай. Да как обычно, что-то может измениться. Он все задачи пишет на газете, в газете выращивает рыбу, она собирает. Примерно так же она передает информацию обратно. Кораблик мальчишки обронили возле прилавка. Верно, Ирина Григорьевна? Верно. Правда, я не понимаю, зачем такая сложность. Старшину закололи, это вы верно подметили. Чтобы тень навести. Но со всем остальным мы потом разберемся, сейчас о главном. Ирина Григорьевна, вы же хотите, чтобы ваш сын остался сыном героя? Я в прошлый раз не предложил помощь с училищем, а сейчас предлагаю. Я гарантирую вам, что в течение недели Игорь уедет в Ленинград. И никогда никто не узнает, кто мать его была на самом деле. Я жду. Оставьте нас. Ирина Григорьевна, помните, если будете говорить неправду, это отразится на вашем сыне. Я понимаю. Можно мне воды, Сергей Александрович? Ирина Григорьевна, у нас есть время до утра, чтобы вы мне все рассказали. Вам же с утра вести агента к пещере. Именно это Кунц написал вам в газете? Да. А еще я хочу знать все детально про школу и замок Катряну. Думаешь, Ротань правду рассказал? Конечно, и сейчас нет смысла нам врать. Считаешь, что за пещерой будут наблюдать? Конечно, поэтому именно Ротань должна вести агента к пещере. Я тебя прошу, Лена, без самодеятельности. Проводила, ушла. Все. Так точно. Давайте присядем на дорожку. Все, пора. Ну, удачи. Удачи. Вы только обязательно ящик найдите. Найдем. А если он не поверит? Поверит. Давай помолчим. Все, дальше я один. Вниз по тропинке налево, ты давай возвращайся в город. Что, или тебе дорогу показать? Иди к черту. Thank you.
обменяемся одеждой. Паш, выйди и парня с собой забери. Пойдем, малой. Расскажу тебе анекдот про Гитлера. Никого? Один подозрительный был. Когда Ротань с мальчиком вышли, он остался? Да. Хорошо. Значит, нас ждал. Убедился, что приезжали не к Ирине. И ушел. Спасибо, что согласились нам помогать. Конечно, одно дело делаем. Только в голове никак не укладывается. Здравствуйте, Марин. Здравствуйте. Не Бычков, как обычно. Здравствуй, Игорек. Спасибо. Идем. Марин, отойду на пару часиков. Иди, народ немного, сама управлюсь.